Приветствую зрителей и подписчиков канала Уральская усадьба. Сегодня монтируем теплицу арочная 2М New нового типа, завышенную. Все, разгрузились. Начинаем. Продолжаем монтаж теплицы арочная 2М нового типа. Все полностью собрали. Каркас, фундамент клин сам делал. Здесь был со 100 на 150. Дополнительные прогоны, так как будет близко к забору. Два ряда лишних, чтобы снегом не давило. Все, перекрываем. Фарнуга будет коньковая. Дверь, форточку. Продолжаем. Закончили монтаж теплица арочная 2М крепыш New, то есть новая модель, увеличенная высоту на 30 сантиметров стандартной теплицы 2М, двухметровая в ширину, которая 2400, у нее высота увеличена, макушка за счет увеличения низа, то есть дверной проем остался стандартный 1815. Вот. Макушка высокая. Ну и теплица, соответственно, выше получилась. Свалена конструкция с профильной оцинкованной трубы 20 на 20, 20 на 40. Арки 20 на 40. Крепыш усиленные, мощные. Макушка высокая, поэтому перемычки сделаны по центру. Все четко было, жестко. Поликарбонат, значит, здесь 4 мм новатора 0,75 плотности. Окрас теплицы полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад. Дополнительные прогоны стоят. Два ряда. То есть всего 7 прогонов на пролет. Здесь установили 9 с левой стороны. Ну, в данном случае, откуда снимаю, еще дополнительно 2 ряда. Потому что теплица установлена близко к забору, чтобы снег не давил на поликарбонат. Так, здесь, значит, с этого торца дверь цельная, резинка уплотнительная, лиф, дальняя дверь, дальний торец, форточка просто торцевая, торец глухой с автоматом для автоматического проветривания. Укосины для жесткости конструкции. Фундамент клиент сам собрал. Груз 100 на 150. По нашим размерам. Промуха коньковая. Тоже на термоприводах. Автоматическое проветривание. Уже открываются. Теплицы жарень. Все. Вот такая вот конструкция. Все. Подписывайтесь на наш канал. Задавайте вопросы. Оставляйте комментарии. Заказывайте металлоконструкции. Например, как в прошлом году здесь же устанавливали теплицу арочная 3М. 3 на 12. Вон какую длинную. Стоит. Все четко. Никаких нареканий. Все.